This is the future. Привет, друзья! Рад вас видеть на моем развлекательном канале Вирус Шоу. Ну а с вами, как всегда, Вирус. И это, как ты видишь, очередная серия по прохождению игры Sunken Land. Выживаем, отстраиваем базу, накидываем пиздюлин аборигенам, ну и, как можем, продвигаемся. В прошлой серии мы остановились вот ровно на этом же моменте. Правда, к нам обещали прийти с рейдом, но, как видишь, никого нету. Поэтому тогда сегодня займемся каким-нибудь... Через некоторое время враг нападет на вашу базу. Вот вспомни про говно, вот и оно. Только я хотел заняться приоритетными задачами. Что у нас пожрать? Кстати, у нас-то пожрать... А, нет, все нормально. Кто-то с одной рыбки ему... Смотри, две рыбки мы съели и даже не пополнили полностью шкалу еды. Что по патронам? Нормально, хватает. Калашик у нас здесь. Давайте, я вас жду. Заняться, как всегда, не дают нам делами. 33 болта для арбалета есть, но если честно сказать, арбалет мне не очень нравится. С лука поинтереснее их отрабатывать. Где лук у нас был? Лук здесь. Давай мы сделаем вот так. Вот сюда лук положим. И возьмем стрелы. Этих патронов у нас на черном порошке еще 100 штук. Тоже, кстати, оружие хорошо отрабатывает, мне нравится. И вот это на всякий случай. Потому что вне записи, когда я бегал, собирал здесь ресурсы, нас уже пришли рейдить. И пришли, я тебе так скажу, подкованные аборигены. 10 человек где-то их было. Уже не как в начале, 3-5. Десяточка прибежала. Ну, конечно, все 10 весело отхватили. И успокоились. Сейчас проверим с собой, сколько к нам придет. Водичку нам попить надо срочно. Все, с водой у нас нормально. Ведро я выложил. Ладно. Ведром займемся потом. Здесь я построил маленькую еще прихожую, чтобы, если вдруг они пробьют первую дверь, сразу не зашли на нашу базу. Правильно я же сделал? Как думаешь? Ну, где вы? Отчет времени закончился. Идите ко мне, я вас жду, бандерлоги. Ближе, бандерлоги, ближе. Давай выше посмотрим. Я так думаю, нужно... Враг идет на вашу базу. Я так думаю, нужно сделать наблюдательную вышку вот туда подальше. Видишь, там мы ничего не видим. Поэтому предлагаю потом продлить туда конструкцию. Здесь мы все видим. А, вот они идут. Идут, родные. Ах ты, сука, какой. Ужас. Так, смотри, как нас весело отрабатывают. Пытаются отработать. Ну вот что-то мне не очень арбалет. Так, подожди, кто мне там так накидывает? Давай вот так сделаем. Иди сюда. говнюк! Эй, 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 откуда? Я не понял, нас окружают, да? Смотри, сколько их много. И нам ХП уже дамажит так не слабо. Ничего, сейчас все по очереди отхватите. Мне больше вот всего не нравится вот с этим щитом. Так, хватит, мы заиграли слишком. Кто еще там? Все? Молодчики. Ну как, нормально отработали же? Все как положено. Видишь, в каком количестве они уже стали приходить? Тряпочки нам приносят. Мясо принесли, это хорошо. Клубничку даже принес. Гурман какой. Трое, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 получается, да? И они уже дружно оказались на территории нашей базы. Вот это мне не нравится. Краба принесли, хорошо. А это все... Подожди, не 9, 10 и 11. 11 человек пришло. А это все потому, что мы здесь. Все, покушать будет у нас что? Здесь защиту мы не поставили, и они проходят на нашу базу. Вот это надо будет все исправить. Ну а теперь погнали тогда отрабатывать наши приоритеты. Что мы имеем здесь? Мясо пожарить. Древесинку добавить. Выложить не нужно. Подожди, а где ты? Где-то я это в другое место клал. Давай клубничку и вот это вот. Уберем. Это что, травяное лекарство? Красные водоросли могут эффективно помогать ранам восстанавливаться. Единственный минус — их сложнее найти под водой. Ничего, пускай помогают. Ага, вот сюда я выкладывал. Клубничку тоже с картошкой сюда выложим. Мясо заберем, краба пожарим. Материалы выложим. Как видишь, ящиков очень много. Ну, в этой игре к этому придется привыкать. Арбалет. Арбалет. Не знаю, вот не нравится мне, как работает арбалет. Поэтому, возможно, скоро мы от него избавимся. Лучше уж лук, чем арбалет. Покушать есть. Съедим краба. ХП восполняет, это хорошо. Еще мясо есть у нас, и краб еще есть. Приманки мало осталось. Червячков. А я даже сюда и не клал приманку. Блин, а я хотел уже урожай рыбы собрать. Ням-ням-ням-ням-ням, дам. Видишь, как бывает, запариваешься и забываешь о чем-то. Все, еды у нас больше никакой нету. Ну, пока нам этого хватит. Вот грибы надо пожарить. Куда я все ресурсы? Здесь у нас стекло. Нахрена нам столько стекла, я понять пока не могу. По железу и по дереву у нас все мало. Поэтому нам нужно добывать железо и дерево. Но для начала давай проверим, что мы можем с тобой продвинуться по технологиям. База базой, но нам нужно выдвигаться в технологии. Потому что помимо технологий у нас здесь будут еще апгрейды. Видишь? Помимо всего, вот, что мы здесь можем построить, мы можем еще апгрейдировать, и появятся новые постройки. Но для этого давай сначала завершим с тем, что мы имеем. Так, ручной изготовленный воздушный бак. Где нам его делать? Бак. Вот. Железо, компоненты, резина. Компоненты, железо и резина. Резина, где резина? Вот резина. Делаем вот это. И теперь гарпунная пушка. Скотч и удочка. Так, удочку мы не делали. Удочка, а где удочка? Подожди. Удочку мы, кажется, не изобретали даже. Да, вот удочку. Дерево, железо и веревка. Железо есть, дерево. Веревка где-то была у нас. Веревка я не помню, где была. Мы сделаем ее сами. Вот так вот. Теперь изобретаем удочку. И делаем... А, подожди. Сделать удочку для начала. Где она? Удочка. Опять дерево и металл. Металл заканчивается. Делаем удочку. Все. Теперь гарпунная пушка. Скотч. Для чего она нужна? Пусть вас не обманывает внешний вид. Хорошо, мы это поняли. А где она? Гарпунная пушка. У меня здесь арбалет стоял. Так. Мне не терпится ее попробовать. Она же для этого нужна? Да, она нужна для этого. Ой, как хорошо-то теперь рыбку-то ловить. А чем она заряжается? Какими стрелами? Вижу железо. Мимо этого пройти я просто не могу. Или я провтыкал, или все-таки гарпунная пушка заменила нам арбалет. Как думаешь? Ты заметил это? Арбалета нет нигде. Зачем тогда мне болт для арбалета? Ну-ка. Да, точно. Точно. Видишь, она использует болты для арбалета. Ну и хорошо, мы как раз только хотели избавиться от арбалета. Все отлично идет. Все прекрасно движется. Теперь разберем немножко ресурсы. То, что нам не нужно. Значит, это все патроны, то, что нам пригодятся. Веревку. Это сюда. Веревку берем к тряпкам и к резине. Главное не забыть, понял? Стекло здесь у нас. Ну а дерево здесь. Добавить древесину. И дерево у нас заканчивается. Что-то надо с этим делать. Раньше, когда я играл в нее, у меня были отдельно ящики, забиты только древесиной и железом. Настолько много у меня всего этого было. А сейчас, как видишь, мы отстаем. Постоянно нам чего-то не хватает. Далее. Тут мы все сделали. Гарпунную пушку. Копье из металлического лома. Копье, не помню, для чего мы открывали. И вот это надо сделать. Набор инструментов приобретения. Крошечная сумка набита всевозможными приспособлениями, позволяющими быстро разбирать различные обломки, чтобы получить ресурсы, которые было бы гораздо менее эффективно собирать. Но для этого нам нужен железный слиток. В эту технологию мы пока не вышли. Хорошо. Хорошо. Я вспомнил, что я хотел сделать. Мелочь, но ее нужно сделать. Вот так. А то устал я уже спотыкаться здесь. Вот так вот сделаем. Этот камень потом нам придется убрать, поэтому здесь больше пока ничего не будем делать. Оборону не мешало бы сделать, чтобы они на базу к нам не пробирались. Далее. Технология. Вот это нужно сделать. Две тряпки. Чтобы мы могли с тобой уже выращивать еду. Отлично. Теперь, где он у нас? Посадочный лоток. В постройках, наверное. Да. Доски и тряпки. Где бы нам их посадить? Если я не ошибаюсь, для них понадобится вода. То есть дождик, который будет их поливать. Поэтому предлагаю их поставить где-нибудь здесь наверху. Я не знаю, где у нас здесь стенки будут, не будут. Пока сделаем вот так. Дерева не хватает. Как хорошо. А где картошка? Дерева-то у нас нет, это я знаю. Вот картошка. Давай посадим картошку. И начнем питаться картошкой уже. Кажется, их поливать надо. Надо или нет? Ну, пока не говорит ничего. Значит, пока поливать не будем. Далее. Жарим еду оставшуюся. Выкладываем ненужное нам. Еда, еда. Давай сделаем вот так, чтобы еда у нас всегда на быстром слоте была. Выкладываем тряпочки. И думаю, пора уже идти рейдить кого-нибудь. А то они совсем обнаглели. К нам в гости заходят, а мы к ним не ходим. Ты за какой остров голосуешь? Первый? Тот далеко. Давай, вот это первый. Это второй. Тот далеко, ну ладно, пускай третий будет. Пиши в комментариях, какой бы ты пошел остров рейдить первым. Надо покушать, попить и отправляться. Подожди, проверим. Мы все забрали из нашего катамарана. Его тоже нужно поменять. На нем ужасно неудобно плавать. Да, тут все пусто у нас. И пока день, пойдем зарейдим кого-нибудь. А то они уже совсем прихуели. К нам ходят. Нашу базу пытаются разобрать. А мы к ним еще не наведывались. Надо зайти поздороваться с соседями. Кстати, вот там я поставил, как его называют, осадочный. Не вижу. А здесь я изменил название, здесь непонятно. Короче, осадочный флаг. Ну, и я думал, что они больше там появляться не будут. Они появляются. Значит, этот флаг нам абсолютно ничего не дает. Съедим мясо. Нормально. Теперь выпьем водички. И пошли рейдить. За кого проголосовал ты? За какой остров? Мне почему-то захотелось вот сюда сплавать. Тут, во-первых, два острова рядом. Во-вторых, какие-то интересные бочки там стоят. А вдруг там что-то интересное есть? Поэтому я предлагаю смотаться туда. И вот здесь мы все не облутали еще. Смотри, тут тоже из воды какие-то бочки торчат. Сюда мы потом заглянем обязательно. Сейчас для начала мы зарейдим вот это все. Все, что здесь есть. Обнаружен новое место. Лагерь Рипсайда. Гребец. 16 человек их там. Бля, как бы нам сейчас не отхватить пиздюлей-то здесь. Обнаружено новое место, бухта Кракена. Так, а до этого мы что обнаружили? И красная бухта Кракена. А, это мы проплыли. Вот как раз торчат бочки из воды. А это лагерь Рифсайд. Не, наоборот, лагерь Рифсайд. Вот, мы проплыли, а бухта Кракена сзади нас. Вот это. Ну, давай посмотрим, что там за Кракен живет. Сохранимся на всякий пожарный. Мужики, а я к вам. Они так неплохо накидывают-то. Куда ты убежал? Ой, сколько вас тут, твою мать! Почему-то мне захотелось... Ты где? Рычит, блядь. Куда ты собрался тыкалкой своей тыркать? Тебе одного патрона в голову мало было? Железо, нормально. Спасибо, мужики. Трое лежит. А где третий пакет? Кто в меня там пуляет? Не вижу. Вижу. Сучки какие, а? Смотрите, а? Вообще, что ли, охамели? Вы не видите, к вам тут с калашом пришли? Кто еще? Где? Все? Отлично, нормально отработали. Да, калаш, конечно, вещь незаменимая. Но вот патроны мы пока изготавливать не можем. А вот то, что кабанчик нам пожарили, это огромное спасибо им. А теперь давай лутать все. Все, что нам здесь приготовили. Как видишь, дерева здесь у них очень много. Там я собрал? Нет, тут я не собрал. Водичка есть. Пить мы пока не хотим. Вот дерева много. Но мне интересно, что у них есть редкого. Лимон. 5 штук даже. Ох, красота. Посадим. Теперь у нас лимон будет расти. Еще двоих я снизу отработал, да? Пойдем проверим, что у них здесь было. Мясо. Хорошие соседи, да? Зажиточные. Дерево у нас заканчивается, поэтому мы сейчас с тобой будем рубить все дерево, какое здесь найдем. Я не знаю, может быть, это скучно наблюдать на видео, но, братиш, извини. Ничего я сделать с этим не могу. Дерево нам нужно. Я, конечно, могу ускорить тебе этот процесс на видео, чтобы не убрать тебя этим действием. Но дерево нам добывать необходимо. Ну сколько тебе нужно? Ёлочка нормально. 3 ударчика. И она готова. Стоять, 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 стоять. У меня каждая палочка на счету. И сейчас срубим все здесь, что имеем. И пойдем зарезим второй остров, который рядом. И надо будет все-таки разобраться с этим флагом. Имеет он какой-то функционал? Или чисто это... Ну, для игрока, чтобы знать, где ты был, где ты не был. Устал, родной. О, сколько много всего интересного. Бревна летят. Это всего лишь мы собрали столько дерева. Маловато будет. Я сейчас нахрен весь остров у вас снесу. Как тебе игра, нравится? Или так себе? Если что, напоминаю. Игра RTX 3090 на ультраграфике в HDR-качестве. Не в HDR-качестве, потому что почему-то HDR-качество здесь не работает. Видимо, это недосмотр разработчиков. Но с HDR-качеством видимость еще хуже ночью. Смотри, вот здесь нужна кирка. Здесь мы можем добывать редкий металл. Какой, непонятно. Медная руда, наверное. Кирку надо сделать. А то потом вспоминай, где добываются, где эти куски мы видели. Когда руда понадобится, будем искать, и потом бегать по островам. Кирку надо иметь с собой. Так, все мы битком. Пойдем быстро отнесем. По хпшке нас пробили, хорошо так. Ну, сам виноват. Ну, если честно сказать, в игре немножко что мне не нравится, это как персонаж двигается. Назад он вообще отойти не может. Сейчас объясню. Ну, давай все вот это выложим. То есть ты можешь мансить в сторону, а вот назад он еле двигается. А к тебе враг приближается с двойной скоростью. Поэтому смысла от того, что ты отходишь назад, вообще никакого нету. Получается, у тебя только есть возможность мансить в разные стороны. Но если к тебе близко подошли, назад уже не успеваешь отойти. Тебе нужно отворачиваться, поворачиваться к ним жопкой. А по жопке свой снежок прилетает. Вот этот фактор я тоже доработал бы. Надеюсь, разработчики это поправят. Потому что во время атаки такой же человек, как будто вообще замирает и не может двигаться назад. Так, хорошо, дерево мы немножечко раздобылись. Еще сейчас соберем вот это. Ну, с железом у нас проблема. Железа мы много не нашли с тобой. Сейчас все деревья дорубим. Долго рубится дерево. Я, конечно, понимаю, что в реальности оно рубится еще дольше. Но вот для игры можно было сделать побыстрее. Потому что ты теряешь очень много времени на это. У нас сейчас уже ночь начнется, а мы еще не срубили все, что планировали здесь. О каком рейде тогда пойдет речь вообще ночью? Или, возможно, придется рейд отложить уже на следующую серию. Потому что сейчас еще мы забьем все ресурсами, и нам некуда будет складывать все. А по-любому на этом острове еще много ресурсов, которые нам нужно будет куда-то сложить. Один заплыв, один рейд. Думаю, наверное, правильнее будет так, и не наглеться. Хорошо, хотя бы деревом разгрузимся. Сможем отстроить уже третий этаж и наблюдательную вышку. Какую вышку я пока не придумал, можешь писать в комментариях. Может быть, я прислушаюсь к твоим советам и посмотрю, что ты хочешь. Если, конечно, видео выйдет раньше, чем я сниму продолжение. Обычно я снимаю сразу несколько серий подряд. Но это не мешает мне отвечать на комментарии, поэтому не забывай писать. Буду очень рад. Также не забывай поставить лайк на видео, мне это очень важно. Потому что YouTube издевается над добропорядочными гражданами и мешает продвигаться. Я очень стараюсь снимать для тебя интересные видео, но YouTube меня держит в теневом бане, и видео мало кому входит в рекомендации. Поэтому от этого я страдаю. Знаешь, как я страдаю? Очень я от этого страдаю. Вот камень можно добыть. Очень сильно я от этого страдаю, потому что никто не смотрит видео, его никто не видит. Поэтому делись с друзьями, если оно тебе понравится. Чем больше просмотров и лайков, тем больше интересных прохождений. В планах у меня пройти еще много игр. Скажем так, наготове даже уже заготовлены несколько игр интересных для тебя. Смотрю, кабанчика жарят они там. Ресурсов у них много. Мутанты 0. Мы выжили всех мутантов здесь. Это же хорошо. Это же прекрасно. Ни хрена себе тебя колбасит. Тут у нас все забито. Мы почти битком. У нас есть возможность что-то залутать. Но у нас нету возможности наблюдать за этим. Но у нас визуальной возможности нет. Потому что никуда мы сейчас нырнуть не сможем. Ничего не видно. И вот эту корову еще хрен развернешь, а? Блять, кто же тебя придумал-то, а? Смотри, сейчас, пока мы развернемся, мы оплывем уже пол океана. Плот. Надо заглянуть туда. Давай, 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 родная. Нейтральный ранчо. Раньше нейтральный стал. Вот, я хочу здесь залутать еще вот те пузырики. Тормози. Где пузырики? Ничего не видно. А это что? Резина. А почему она здесь валяется? Красные водоросли. Мы здесь уже были с тобой? Я не помню такого. Нет, пузырики залутать сейчас не получится, потому что там темно и не видно ничего. Мы по-любому там застрянем. Давай трактор залутаем. Металлолом соберем. Мы замерзаем. ХПшка у нас уменьшается потихонечку. Поэтому было бы хорошо вернуться на базу. Давай, наверное, так и сделаем. Потому что без толку здесь плавать. Где наш корабль? Поплыли. Давай, наверное, закушаем мясца. Вот. Немножко ХП поправили. Вообще, я плавал бы здесь без катамарана. Намного быстрее все это дело обстоит. Потому что пока его развернешь, много времени потеряешь. Но единственный плюс в катамаране то, что есть дополнительные слоты. Дерева мы привезли полно, а железа мало. Это жалко. Да, железа очень мало. это сюда, это сюда. Так, а это где-то у нас еще было. Вот здесь. Давай это уберем отсюда. Пускай семена будут здесь. Резина тряпки здесь у нас. И катамаранчик. И, кстати, я не знаю, я могу, конечно, ошибаться. Мне кажется, рейды стали происходить намного чаще, чем раньше. Но я могу ошибаться. Так, лимон мы принесли. Подожди, а у нас растет вообще там что-нибудь? О, растет картошечка! Картофель растет у нас. Скоро будем картошку кушать. Лимон сюда. Это пожарить надо. Семена сюда. Тряпки сюда. Нет, это не сюда. Ну вот все, что из железа мы имеем с тобой. Нет, это неинтересно. Мы даже простроить базу дальше не можем. 2 водички. Кстати, можно с собой брать ее. Конечно, когда я дерево выложил, нам понадобилось дерево. Пойдем доложим сюда. И водичку добавим. Бля, а вот зря я построил вот эту. Теперь я не могу заполнять водой. Видишь, раньше как было удобно. Давай здесь попробуем. Не пить. Все, теперь не получается. Хотя, может, уберем вот этот камень, тогда получится. Так, попить. И хп срочно надо пополнить. Ага, через 6 минут придут на нашу базу опять. Я говорю же, очень часто стали к нам приходить гости. Такого не было раньше. Антибиотик примем. Далее. Далее выложим дерево. Болт для арбалета имеется. Стрелы имеются. Все у нас имеется пока. Мясо пожарим. Рыбку выложим. Кожа. Куда я складывал кожу? Мы даже еще не начинали украшать базу. Блять, где кожа? Вот она. И, кстати, надо другие ящики поставить. Здесь у нас 18 слотов. А мы можем поставить ящики уже... Где? 24 слота. 24. 18. Значит, вот эти у нас по 18. Надо поставить по 24 слота. Тут 30 металлическая бочка. Значит, для начала ящик с боеприпасами. Я бы заменил вот на эти ящики. 24 слота. И металлические бочки расставил бы. Но для этого нужен металл. А металла у нас мало с тобой. И по технологиям надо продвигаться. Ремонтная станция. Металл и компоненты. Металл. Компонентов не помню сколько надо. На нем, кажется, мы можем ремонтировать доспехи. Доспехи или что там? Где она? Подожди, мы ее открыли. Так. А где она? Здесь нету. Значит, в постройках. Здесь не вижу. Здесь нету. Вот она. Металл. Блять, как все просто. Окопаешься, найти не можешь. Ремонтная станция. Так. Вот я и говорил, что потом нам понадобится очень много места. Давай, наверное, вот так поставим. И по бокам еще ящики сделаем. А что мы ремонтируем? А, броню мы ремонтируем. Понял? Вот эта штука нужна, чтобы ремонтировать броню. Она у нас... Бронежилет был покоцан немножко. Теперь мы его отремонтировали. Так, насчет приманочки. Давай проверим. Подожди, выложим, что нам не нужно. Да не залази ты наверх. Что ты прыгаешь? Мясо выложить. Рыбка, наверное, уже попалась у нас тут. Взять рыбу, добавить в приманку, да. А цвет изменить. Вот этот, да. Взять рыбу, добавить в приманку. Опять цвет изменил. Мне синий нужен. Добавить в приманку. Здесь у нас не было даже. Хорошо. Готовимся к приему гостей. И надо, кстати, не забывать ремонтировать. Они же коцают сооружение. Покушали. Все. Древесину добавить. Древесинку добавили. Нет. Рыбку пожарь. Хотя ты молодец, что лук взял. Он нам сейчас понадобится. Далее, что мы имеем? Жареного мяса у нас много теперь. Хорошо, голодные не останемся. Надо еще поставить... Где оно? Где оно? Где оно? Где оно? Посадочный ящик. Чтобы выращивать лимон и картошку. Для посадочного ящика нам нужно... Дерево и тряпки. Дерево мы принесли достаточно. С тряпками у нас тоже было все нормально. Собрать уже можем. Смотри, как хорошо. Давай вот так вас рядышком все поставим. Дерева не хватает. Сука! Ну, ничего, у нас еще 20 секунд есть. Поэтому давай. Ну, блин, подвинься. 4 пока хватит. Не буду я затягивать с этим. Потому что у нас сейчас появятся дела. Взять еду, положить еду. Все, время, отсчет закончился. Ждем гостей. Наверное, пойдут опять с этой стороны. Мяса полно. По хпшке что у нас? А давай одно мясо съедим. Нормально. Полностью восстановили шкалу еды. И хп у нас восстанавливается. Стрел у нас 31 штука. Двери у нас закрыты. Все, мы готовы. Мы в полной боевой готовности. Ну? Вы где? Ты кого-нибудь наблюдаешь? Понеслась. Опа! Не стреляй! Ах ты, сука, какой! Ты так, да? Хорошо. Ты так, и я так. Смотри, как он... Так, у нас кровотечение. Да двигайся, давай, блин. Нам кровотечение сделали. Все равно я буду вас с лука отрабатывать. Мне бы видеть только вас. Ага, получил еблетинку. Лежи, отдыхай. Тебе мало, да? Смотри, они окружают нашу базу. Они работают со всех сторон. Один обходился огнестрелом. Так, этот со щитом. Ему нужно работать чисто по тыковке. А вот зеленый прицел не видно. Мансит он, да? Не ломай мне мою базу, блядь! Говнюк, а? Ну почему ты мажешь, а? Он к тебе спиной стоит, а ты мажешь, блядь! Стрела очень долгая. Летит. Сколько стрел на тебя перевел? Смотри, как отпрыгивает, а? Все равно не отпрыгнешь от моей стрелы. Так, кто тут у нас еще? Ой, блядь, сколько вас тут много-то, а? Кто-то с лука еще работает. Так, патроны у нас закончились. Стрелы у нас закончились. Кто-то еще с лука. Чего ж так много-то пришло, а? Кто-то еще по мне с лука отрабатывает. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. ХПшку-то нам прокоцали. Вот вроде деревья это хорошо, но и плохо. Обзору мешают. Родной, давай, лежи, отдыхай. Кто там еще был? Все? Мы отбились, да? Хорошо. Хотя чего хорошего-то, блядь? Пиздюлей получили, смотри сколько. Еда закончилась. Делаем вот так вот. Отъедаемся едой. Хорошего-то мало. Они мощные стали приходить. А оборона у нас слабенькая. Ну, в общем, вот так и живем. Что я могу сказать? Рейд мы отбили. Конечно, не так весело, как мне хотелось. Немножко, может быть, надо поработать с чувствительностью мышки. Или все-таки забыть про лук и начинать работать только с огнестрелом. Ну а в остальном выживание идет неплохо. Отрабатываем, базу отбиваем, других рейдим, саженцы выращиваем. Скоро будем питаться картошкой. И пойдем рейдить. Кого мы там рейдили? Какой стране? Вот. И пойдем в следующей серии рейдить вон ту базу, чтобы им там сладко не жилось без нас. А то чересчур часто они стали приходить на нашу базу. Короче, на этом мы эту серию завершим. Тебе огромное спасибо, что заглянул на мое видео. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты не подписан. Также подписывайся на все соцсети, ссылки есть в описании под видео внизу. Ну а я, как всегда, обнял, поднял, поцеловал. Всем удачи, всем пока. Retribution! Yeah, we want retribution!